часть разыгрывал. Итак, смотрите, технологии до чего дошли. Сенсорный, сенсорная дрянка. Смотрите, раз, два, три, да. 38! Раз, два, три, 8, 5, 6, 7. Дошли. 11. 20, 21, 31. То что ты творишь, а? Что ты творишь? Поднимайся. Как настроение? Супер. Точно? А ты серьезный такой? Что это правда, да? Ты думаешь сейчас это? Блин, это правда, думает Андрей? Кошелек есть, но какой он будет переводить? Конечно, вот! Кто будет переводить? Алексей? Алексей! Ручку теряет на заходу. Так, мы сейчас с Лешиного кошелька переводим 50 монет. По QR-коду получится, чтобы добыстрее было. Давайте, чтобы было абсолютно кристально честно и понятно, можно покажу, что у тебя ноль всего здесь? Всего ноль. Ноль. Делегирование можно посмотреть сколько? Нормально. Ноль. Ноль. Так. У тебя тоже ноль? Ага, 573. Ну что такое? Ноль балансируется. Давай по QR-коду. Ты нажимаешь просто на... Да. Тогда номер кошелька. Если по QR-коду сейчас не получится, пришел бы ее стоит. Никнейм скажу. Вы просто не видите, но Андрей вот так вот палец делает. Если он не вписывает, ну, это правда. Это правда. Ну, он спокоен, но палец делает прямо вот так вот. И никнейма нету, и номера кошелька нету, и ну что ж такое-то. Самое главное, что Андрей есть, если он выиграл 50 монет, сейчас мы их переведем. О, да, 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 да. О, я вот теперь есть. И 50. Отправить. Да все нормально. Вот здесь хороший интернет. О, это все супер. Правильно? В обработке? Да, все, в обработке, да. Давай, давай мы вот так вот делаем, смотрите. Да. Ноль. Ноль, ноль, ноль. Сейчас будет. Обнови страницу. Что? Обнови. Так уже вещи не есть куда смотреть. Ну? Нет, еще. Ну, действительно, 30 секунд это примерно все, это происходит. Кто часто переводит, это знает прекрасно, что все приходит, все хорошо. Все, отсюда вижу победа. Что, мы отпустим тебя, будем ждать или мы... Давайте еще до финала дотянемся, да? Давай дождемся. Поаплодируйте Андрею, поздравьте. Выпадет, еще и сотню заберет. Итак,
Я думаю, что сейчас самое главное, самое интересное, самое мощное, после того, как мы уже пластиком перекусили, отдохнули, пообщались, самое важное сейчас получать хорошую, правильную, структурированную информацию, такую, знаете, прям заряженную. Виталь, я с удовольствием тебя представлю. Виталий Теплоухов, мой давний друг, одноклассник. Долгое время мы не виделись, вот судьба нас опять свела здесь, проект нас вместе, мы общаемся, мы дружим. Вот так и работает блокчейн. Друзья, вы видели на сцене, как легко в телефоне, весь бизнес в телефоне. Но если мощность, то еще в компьютере. Плюс 7-924-1-2-3-24-44. Звоните, Мазуринский Владимир Стороженко. Прям зрители, несмотря на то, что было тяжело. Вчера очень было много работы.